тебе должна? 1200. Мой телефон, ты какое право имел дергать мой телефон? Слышишь, что? Заплати. Ты вообще право имел дергать мой телефон? Да, да ты сейчас месяц стоимость. Послушай. Иди ты нахуй, блядь. Да ебало. Давай, ебало. То, что я, блядь, стою с рваной шлёпкой и вызвала туда, а прихожу до вас. Так, вот смотрите, где точка стоит. Я стою на цвете. Смотрите, где точка стоит. Поехали. Я на Мерседес, когда сюда доезжала, блядь, и никогда мне никто ничего не делал. Что ты говоришь? 250. Какие 250? 1200 у тебя стоимость. С какого хуйня? Стой, стой, нет, стой. Это 1200 ты стоимость. Меня, блядь. Послушай. Иди ты нахуй, блядь. Ты что, охуел? Ты что, блядь? Что ты съебаешь? Охуела, что ли? Какого хуя у меня, блядь, оттуда будет 1200? Ты что, дура, что ли, Что съебает с такси? 1200 у нет. Заплати за такси. Оттуда 1200 не может стоить. Ты что, ебанутая? Ты ехала оттуда. Стой. Ебанашка, блядь. Что у меня будет, ты посмотри стоит? Стоимость у себя. Ты что, не в себе, что ли? Охуевший, блядь. Стой нахуй, куда ты пошла? Заплати за такси. Вот ты мне, блядь, оплатишь? Ты что, ебанутая? Стой давай, заходи. За мою. Я тебе сейчас заплачу, нахуй. Стоимость посмотрела и оплатила за такси. Ничего, охуела, что ли, блядь? Я тебя снимаю, блядь. Давай приди сюда, блядь. Стоимость, смотри, блядь. Ты что тут, блядь? Не в тебе, что ли, блядь? Съёбываешь. Смотри, смотри. Давай я тебя покажу. Тебе помочь или что? Давай. Ты что, ты охуела, блядь, бегаешь? Долбоёба нашла. А... Блядь, едет в кудерсе, нахуй, ебать, натуре за 250. Что ты, блядь, не в себе, что ли? Охуевшая, блядь. Смотри, стоимость. Ну, где она? Ты откуда ехала? В Кудепс ты? Присядь в машину, я тебе покажу стоимость. Присядь в машину. Не, я не пешки пишу, что она тебе должна? 1200. Пусть покажет сначала. Да что мне показывать, он, придержи пусть ее, пожалуйста. Пусть покажет. Не, я держать никого не буду, она что, не заплатила? Нет, поэтому, она съебывает, да, да. Подожди. Друзья мои, чтобы у вас не возникало таких же проблем, как у меня, с оплатой за поездку, у меня для вас есть отличное предложение. При подключении в наш с братом парк вы пишете нам, и мы отлучаем вам все заказы за наличные средства. И вы не будете возить вот таких маромоев, выбивать у них деньги, пытаться забрать то, что вы заработали. Поэтому пишите по этому номерку, высылайте документики, мы вас подключим. У нас помимо этого очень низкий процент, всего лишь 1% заказов, моментальные выплаты и очень хорошие. Хорошая техподдержка. Ребята, пишите, будем очень рады посотрудничать. Где? 1200. Да, дуля, с какой кудерской? Присядь, я тебе покажу, ты не съёбан. С какой кудерской? Ты ебанулся, что ли? Нет, я не ебанулся. Присаживайся. Не дергай меня. Да потому что не надо выбегать не и убегать. Меня. Это не надо убегать. Не дергай меня. Слушай. Давай. Что дергает, ты что выдирает? Давай, покажи. Давай, нажми детали, нажми Яндекс.Го, твои поездки. Я тебе, как я тебе покажу, если ты мне не даешь свой телефон? А ты у меня уже дергал, ебаный брат. Да я тебе что его набираю? Ты что, имеешь право дергать, блядь? Давай я тебе покажу. Не надо меня дергать, ты уже дергал, блядь, мой телефон. Какое ты право имел дергать мой телефон? Слушай, заплати. Ты до этого дернул мой телефон. Запомнил. Ты какое право имел дергать мой телефон? Слышишь, что? Заплати. Ты вообще право имел дергать мой телефон? Поездку оплатила. Вот ты сначала, блядь, расскажи, какое ты право имел до этого дергать мой телефон. Вот такие вот в Сочи, ребята, вот такая вот движуха, да. Да давай, расскажи, да свидос, блядь. И посмотрите на него, который дергает, блядь, телефон. Ну где там у тебя вон детали, поездка, смотри. Да. Вот заказы, да, у тебя будет?
Нет, нет, давай я тебе помогу. Не надо мне помогать, ты уже дернул, сука, мой телефон один раз. Ты вообще какое право мне до этого дома? Никуда не иди, стой. Смотри, вообще, я выполнил один сегодня заказ. Я не спорю с тобой. Вот, смотри, мы с Искры на Гагарина 72, 1200. Смотри, это мой единственный заказ здесь. Я с тобой не спорю, ты мой телефон захуя до этого дергал. Оплати, пожалуйста, поездку и мы не с тобой... Не дергай мой телефон до этого. Да я не дергаю, ты оплати поездку. А ты нахуя мой телефон до этого дергал? Зачем ты дергал мой телефон? Потому что ты убегаешь с машины. Я тогда не убегала, а ты дергал мой Хорошо, телефон. Хорошо, оплати поездку и мы с тобой попрощаемся. Оплати поездку. Сейчас я оплачу тебе, блядь, скотина. Слушай, я долго с тобой возиться буду? У меня следующий долго заказ. Долго возиться, а до этого некому было, до этого тёплый. Да, нет, не, нечего было. Ты вообще мне сумку порвал, смотри. Смотри, ты мне, блядь, сейчас порвал сумку. Где я тебя порвал сумку? Ты оторвал вот эту хуйню. И вот это ты сделал, когда да. меня дёргал. У меня все на видео ты. Есть. У меня вот есть давай, видео. Сделай на видео. И ты тоже мне будешь моральный ущерб делать. Охуела, что ли, блядь? Охуела. Стоять, сидеть. Стоять. Я не ухожу, оплатила блядь. Поездку, пока я тебя кабину не разбил. Ты что, чё тебе? Меня дергаешь? Поездку оплатила. Что ты меня дергаешь? Чё тебе, чё? Сука, ты... Давай, деньги и иди. Сколько я тебе дам? 1200. Я тебе отдала сколько? 250? Какие 250? Вон лежат, вон, вон. Вот, давай вон сюда. Лежат. Давай сюда. На. Это 150, да вот, вот а что ты мне кинул? Смотри на свой. Да нахуй мне, ну, смотри на камеру, 250 я отдала. А ты на свою камеру выдал. Слушай, ты, короче, приди в себя лучше. Дай мне 1200. Ты сейчас вообще не говори, блядь, ничего. Да конечно, ну а что, она заплатить не может. Вообще, ну, конечно, снимаю, а как? А? Да, близнецы в такси. Да, да, да. В Ютубе себя найдешь потом, блядь. Себя найдешь, да. Блядь. Знаешь, где? В шопе нахуй. Да, да. Еще 200, что ты посчитать не можешь, да хуйней занимаешься. Питарас, на, смотри, рубль, 100, 200, и чтоб он пошел нахуй. Ебалась отсюда. А во-первых, он давай, мне вышла. Попал сумку, это раз, не трогай да меня вышла, руками, нахуй. Не мешай, блядь. Да ебала, давай, ебалась отсюда. Иди нахуй. Нахуй. Зебала так. Ой, блядь. Сука, ебаный в рот, натуре. Вот такие ребята делишки.